Две абсолютно разные серии работ объединились в одной выставке Владимира и Даниила Цидикович. Отец и сын представили цикл картин «Национальное достояние», посвященный личностям, сыгравшим ключевые роли в истории России. Одна из них – Петр Аркадьевич Столыпин. Образ представлен в традициях житийной иконы 17 века, в центре которой личность, а на полях в отдельных композициях – сюжеты из ее жизни. Такая отличительная особенность помогает зрителю погрузиться в атмосферу эпохи. Очень интересные вот эти фрагменты в портрете Столыпина. Действительно, житийные иконы здесь вспоминаются с клеймами, которые повествуют о жизни святого. И вот эти элементы он использует совершенно по-другому, уже не в иконописном каком-то изводе, а в реалистическом. Второй цикл работ оказался полной неожиданностью для зрителя. Объединив эпические сюжеты с реальностью, художники трансформировали современные события через мифологические сюжеты. В картинах из серии «Миф и реальность» отражается синтез древней мифологии и настоящей действительности. К примеру, данная работа «Не рубить лес» затрагивает проблему массовой вырубки лесов. Владимир Клавдиевич является кандидатом искусствоведения и членом Союза художников России, но, несмотря на это, не позиционирует себя исключительным мастером. Я не профессиональный художник и ни одной картины не продал. Пишу то, что меня волнует, то, что уже давно вынашивалось. Стоит отметить, что не только идея экспозиции вынашивалась долго, но и ее воплощение заставило себя подождать. Ну, лет 8-10, наверное. Вместе с эскизами, там, с созданием рисунков, эскизов. 10 лет как минимум, если все работы посчитать, взять. Продолжительная работа над экспозицией обуславливается ее исключительностью и самобытностью. Исторические и мифические сюжеты, отсылки к чертам русской парсоны и лубочной картинки – все это представляет неподдельный интерес для зрителя, как по композиции, так и по живописным решениям. Для наших посетителей я надеюсь, что эта выставка будет очень знаковой, очень познавательной. Здесь можно много из этих сюжетов почерпнуть каких-то исторических знаний, каких-то культурологических находок. Это очень приятно, что именно в нашем музее открылась сегодня эта выставка. Экспозиция «Национальное достояние и миф и реальность» пополнила коллекцию художественного музея оригинальными историческими и мифологическими живописными произведениями, каждая из которых представляет свою идеологию. Погрузиться в красноречивые работы и уловить художественный замысел ульяновский зритель сможет до 3 апреля. Мадина Исмаилова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.